Хей, йога, смешивайки, мы продолжаем, а даже, так сказать, заканчиваем проходить игру под названием Train 2 Complex Story. Это у нас последняя глава, как вы понимаете. Оценка игры, конечно, немножко сделаю поменьше, поймете потом почему. Ладно, поехали. Ну что, давайте штурмовать логово. Давай. Нифига себе. Грустно как-то. Они выглядели такими счастливыми вместе. За этой картиной что-то есть. Посмотрите. И как же мы это посмотрим? Давай... Да, лучше так. Я уничтожать не хочу картину. Я знаю, что я мог бы легко мечом сломать, но... Принцесса Изабель! Ваши спасители пришли! Просыпайтесь, Ваше Величество! Вы слышите нас? Вы в порядке, принцесса! Мы сейчас вас освободим! Герои кричали и звали принцессу, но она продолжала спать мертвым сном. Она нас не слышит. Похоже, она без сознания. А, ну, конечно! Это заклинание волшебного сна! Оно практически необратимо. Мы не должны здесь находиться. Стало быть, артефакт душ привязан к вам троим. Интересно, что с ним станет, когда вы все умрете? Артефакт никогда не станет тебе помогать. Твой коварный план не пройдет, каким бы он ни был. Заткнитесь, ничтожество. Я не хотела, чтобы лес похитил у Изабель ее силу. Но с помощью вашего артефакта я восстановлю порядок на этой земле. Сперва мне нужно будет избавиться от вас. Познакомьтесь с моим любимцем. Все-таки мы с ним встретились, да? Как залезть, блядь? Отлично! Теперь прикончи остальных! Что причиняет ему боль? Цельтесь в серьги! Вам нравится мой теплый прием? Вы лишь пытаетесь отсрочить неуспешно. О, ладно. Ты принесешь наказание за свое коварство. И ты дала сестру, чтобы самой стать королевой. И я бы оставалась ею, если бы лес не похитил. Дрожите в страхе. Ууу, тихо-тихо. Сдавлен, дети ночи. Ответьте на мой зов. Разберитесь с этим спрадом. Глупцы! Вы решили, что сможете победить моего питомца? Его воля связана с моей. Его сила — моя сила. Thank you.
А нет, я мог и так сделать. Удерживавшие спящую принцессу Изабель начали распутываться и опадать. Что случилось? Я жива? Рози! Пораженные герои увидели, как Розабель упала в подземное озеро. Изабель тут же бросилась следом за промелькнувшей тенью Розабель. Спустя минуту Изабель вернулась, неся на руках сестру. Спасибо, что освободили меня, герои. Рады встрече, прекрасная принцесса. Жаль, что мы встретились при таких обстоятельствах. Рози, она всегда была очень упрямой. Может, принести вам что-нибудь? Салфетку? Я просто хочу домой. Боюсь, что ваш замок лежит в руинах. Не говоря о том, что там серьезные проблемы с водопроводом. Но как же мы будем выбираться отсюда? Порталов-то больше нет. И тут появилась тройка и залила пещеру своим золотым светом. Свет становился все теплее и ярче, окутывая всех незримым покрывалом безопасности и спокойствия. Пещера скрылась с глаз. Тройка вернула наших героев назад, в тот самый лес, где рыцарь и маг встретились в самом начале путешествия. Мы выполнили свою задачу. Наше королевство спасено, а леса вернулись в норму. А как мы это сделали? На лес влияла магия Изабель. Теперь, когда она свободна, равновесие восстановлено. Не совсем. Я забыл захватить волшебной воды для картошки. У меня целый бурдюк этой волшебной воды. Зоя, ну все же ты умница. С тебя 5 золотых. Что? У тебя же есть корона. Всю дорогу домой герои обсуждали свое удивительное приключение. Принцесса и тыквы были спасены, и великое приключение наконец-то подошло к концу. The end? You wish. We've got a surprise. Ho, ho, goblins are afoot. On a dark and fateful night. В темноте. Sinister figures stirred in the woods. И что-то глубокой ночью. Синистер. Пришли в деревню. На походу история, да, которая дополнительная, типа. No sign of that thrice-darned husband anywhere. Что-то здесь на порядок, теперь никто ничего не испортит. What is the meaning of this? Unhand me. This что вы здесь делаете? Вы пытаетесь меня похитить? Those no good heroes won't mess это нехорошие герои. Мы встретимся с ними в следующий Let раз. Let me tell you a little story that reveals more about the goblins we last encountered in the wilderness. As the goblins were doing their dark work, our three valiant heroes were returning home from their quest. Amadeus, Pontius, and Zoya, heroes of the Trine, had come back at last after a long journey across distant lands. Короче, давайте, я думаю, мы с вами на этом закончим. В следующей серии мы продолжим. Ну, тут, короче, говорится, что это маленькое, походу, дополнение. То, что дайте мне рассказать маленькую историю, которая повествует о гоблинах в последних что-то в Вилдерле. Гоблины Doing the Dark что-то работали на зло. Heroes, ну, типа, что-то возвращение возвращение героев домой, чтобы квест, выполнить квест-задание. Амадин, Пэтас и Зоя. Герои Трайна, типа тройки. Headcam Best. Вернуться в последний и в долгое приключение.
незабываемые приключения. Ладно, давайте, я думаю, тогда на этом мы с вами закончим. В следующей серии продолжим, ребята. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока!